Угадай песню по тексту. Всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Сегодня мы смотрим Music Club. Сразу лайк. А, понятно, я не в аккаунте, ну нормально. Короче, с вас лайк, подписка на второй YouTube канал. Сегодня стрим 19:30 по Москве, погнали. Привет, меломаны! Привет! Скажите, что может быть лучше, чем отгадывать любимые хиты за чашечкой ароматного чая? Не вот знаю. И я так считаю, поэтому недавно мои друзья из сайта... Понятно, надо мотать, надо мотать. Ну давай. А я все думаю, нет никого мне родней. Она ярче огней. Первый хит. Ну я понял, но я знаю эту песню. В этом списке это максимально нежная и проникновенная композиция от азербайджанского певца Джонни Аллея. Джейс и Нардетка. Сходу. Второй текст – это, конечно же, фит LG с европейской поп-звездой Эрой Эстрефи на трек «Саянара, детка». Все, мотаю, боюсь, авторские права дадут. Как же ты красива! Губы вкуса мандарина. Мэвл мандарин. Потому что. Кто хорошо знаком с творчеством начинающего исполнителя из... Ой-ой, как же ты красива! В Беларуси Мэвла, думаю, сразу узнали красиво слова одного из популярных его хитов «Потомушка». Потомушка. Это наши чувства. Все. Боюсь, авторские дадут. Увезите меня на Deep House. Четвертый текст принадлежит треку, который еще совсем недавно рвал топы музыкальных чартов от братьев Гаязовых «Увезите меня на Deep House». Вы меня все за, я хочу на Бали, там Аритус. Увезите меня на Deep House. Кто это? А. Пятый текст принадлежит... А, я думал, ты двигаешь без повода. ...жит хип-хоп и рэп исполнителю Сями на пацанский трек «Без повода». Двигаюсь без повода. А, так я ж прав. Двигаюсь без повода. Да, я так сказал, я двигаюсь без повода. Да, я двигаюсь без повода туда. Пау-пау, двигаюсь... Ну, я угадал. Сейчас испытание. Попробуй угадай, какому хиту конца 19-го года принадлежат эти строчки. И сразу же напиши свой ответ в комментариях, если хочешь попасть в наше следующее видео, так же, как и эти везунчики. Я не понял. Мы летаем мало, долго падаем. Как же ты меня бесишь, как же я тебе надоел. Мы летаем мало, долго падаем. Не знаю. Шестое место, и это сингл, который стал одним из главных русскоязычных бенгеров весной 19-го года. От Хамали и Наваи «Девочка, война». Да. Ты девочка, война. Ты подавай, я тебя поймал. Ты уже девочка, тайна. Ты же девочка, война. Еще одна минута вечера, и мы с тобой вот увидимся. Ты будешь говорить о вечности, а я курить и хотеть просто близости. Охереть, я даже не знаю. Седьмой по счету текст был взят нами из недавней совместной работы от «Просто Леры» и «Просто Тимы Белорусских» на трек «Минута вечера». Еще одна минута вечера, и мы с тобой вот-вот увидим. Это типа... Это та девушка как раз, только не с Тимой Белорусских. Ты будешь говорить о... «Просто Лера». Вечности. Ой... Не знаю. Восьмой текст. И хочется верить, что вы смогли угадать танцы... Зиверт. Танцевальный хит от обаятельной Юлии Зиверт «Кредо». Вот ты меня испугала. Я аж дернулся, когда ты, сука. А. Каждому по факту рядом нужен человек. Но бывает так, что одиноким лучше всех. Каждому по факту
Все? Билась. Если это... Ну, короче, что я могу сказать? Мне зашло, прикольно. Серьезно, мне понравилось. Поэтому с вас я попрошу поставить лайк. Подписаться на наш с вами YouTube канал. Здесь же зря я лайк не могу поставить. Поэтому подписываемся. Сегодня в 19.20 стримулерки. У меня с вами в 19.30 стрим по Москве. Поэтому ждем вас на каналах. И до новых видосов. Да.